С моей коллегой Татьяной Блайдой мы устраиваем рейд по тротуарам Приморского района. Здесь, в прибережной зоне, на Французском бульваре, молодая мама чаще всего гуляет со своим ребенком. За 3 месяца таких прогулок Татьяна уже успела составить собственный субъективный рейтинг мест, где родителям с колясками лучше не появляться. И, увы, таких мест по городу предостаточно. 5-я позиция в нашем топ убитых тротуаров достается яме на проспекте Гагарина. Прошел дождь. Мы имеем большую лужу, и я не понимаю вообще, каких границ там яма. Вот я еду наугад, пока он спит, но это может быстро все закончиться. И вот так вот мы маневрируем, я вот так иду по краешку. Французский бульвар – одесская жемчужина, которая еще недавно привлекала сотни молодых мам с колясками. Теперь же им приходится вооружаться терпением. На древнем асфальте с многочисленными выбоинами ребенку поспать не удастся. Да и вид у плитки явно поизносился. Отрезок французского бульвара на перекрестке с улицы Азарова – непочетное 4-е место. Качество тротуарного покрытия, да? Вот у нас такие замечательные ямы, у нас перекашивает коляску, ровно она не едет. Значит, идем дальше, и мы наблюдаем стройку. Вот ребенок проснулся, слышишь, уже услышал уровень напряжения, да? Немножко мы его потревожили. С одной стороны у нас стройка, с другой стороны у нас непонятного качества тротуар. Вот момент здесь. Вот как я тут должна перейти? Смотри, как я тут должна перейти? Тут просто прерывается тротуар. Просто какая-то траншея появляется. Я вот, 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 коляску мою кидают. Ребеночек мой в восторге, да, от этого всего. Всем одесским перекресткам посвящается. 3-я позиция достается не конкретной локации, а всем перекресткам с высокими бордюрами. Таких в городе хватает. Для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями переходы без пандусов – это барьеры в прямом смысле слова. Зеленый свет, да? Лялечка наша спит. И опять не нужно ее тревожить. Смотри, любой, практически каждый переход со светофором у нас не оборудован пандусом. То есть 2 больших бордюра мне нужно как минимум преодолеть. Это хорошо, что здесь они еще не слишком высокие, потому что иногда они бывают просто адски высокими. Коляска у меня должна становиться вот в положении просто, вот, не знаю, 90 градусов. Вот. Ну, не знаю, этот переход я тебе показала на французском бульваре, на Гагарина, французский бульвар, но это не значит, что это самый худший переход. Это переход, который олицетворяет, в принципе, нашу систему. Немыслимая архитектурная задумка. Знакомьтесь, пешеходный переход в никуда. В рейтинг, но уже на 2-е место, попадает проспект Гагарина в районе 35-й школы. Этот переход по Гагарина, я бы назвала это переходом в никуда. Вот хорошо, сейчас нас машины пропускают, это очень здорово. Но вот смотри, куда он упирается. То есть мы идем, вроде никаких проблем нет, ям нет, и вот. И вот куда нам дальше, да? Во-первых, бордюр, сама ощущаешь, да? Во-вторых, нам сделали дорожку, нам сделали пандус. То есть мы упираемся, по сути, вот в такой, не знаю, газон, не газон, бордюр, не бордюр. И вот реакция ребенка тоже понятна на все это безобразие. Но даже миновав сам переход, маломобильный человек вновь оказывается в тупике. У пешехода остается 2 опции – двигаться по газону, либо по обочине. На узкой полоске разбитого асфальта детская или инвалидная коляска не помещается физически. Какой здесь тротуар и чем он заканчивается? Опять-таки бордюр. Ну вот попробуй, как коляска ходит ходуном. Да, вот. То есть либо ребенок выпадает на дорогу. Да, или он нервничает, или он у меня заснул и постоянно я его бужу. То есть наши прогулки для него перерастают в какой-то стресс, да. И тоже, опять же таки, забрались мы сюда, куда дальше? Вот куда дальше? Или туда прыгать на дорогу, вот, или опять дойти до края этого тротуара и опять прийти в никуда, получается. Потому что опять высокий бордюр и опять отсутствие пандуса. А лидером рейтинга становится место, где человека поджидают сразу несколько опасностей. Помимо уже привычного отсутствия пандусов, барьером становятся трамвайные рельсы. Человек с коляской должен успеть миновать трамвайные пути и проезжую часть за короткое время, пока горит зеленый сигнал светофора. Убедились, что трамвая нет, и поехали считать уровни сложности. Вот смотри, уровень 1 – рельсы. Их мы как-то проехали. Уровень 2 – плиты. Трамвай, кстати, едет, поэтому нам надо поторопиться. Дальше уровень сложности – опять рельсы, опять плиты. И уровень сложности следующий. Очень спасибо, на зеленый свет. Проехал, да, чувак. Так, и уровень сложности следующий – это бордюр. Фух, преодолели.
Какую-то минутку мы передыхаем, едем спокойно, отдыхаем. И уровень сложности следующий. Посмотри на высоту этого бордюра. То есть, ну, ребенок у меня пока еще спит, но я смотрю, что он уже, знаете, недовольно на нас посматривает. За рамки рейтинга отдельно выносим культуру водителей. Разумеется, парковок на французском бульваре нет. Это является больной темой для одесситов. Но ведь это не повод забирать у горожан тротуар. Идем по тротуару, по пешеходной зоне, и все бы было вроде бы ничего. Вот, пожалуйста, припаркована машина, зона пешеходная, коляска моя, хорошо, она здесь проходит. Но как бы мне нужно стесниться. Если тут еще один пешеход, то я, получается, врезаюсь в эту машину. А вот не боятся ли водители, когда оставляют так свои автомобили, что на них появятся царапины? Потому что у меня коляска острая достаточно. Вот здесь есть элементы, которые могут поцарапать машину. Власти все чаще позиционируют Одессу как город всесезонного туризма. Но неудобства в бытовых аспектах для собственных жителей превращают ее в типичную постсоветскую провинцию. Хотя некоторые страны даже с таким наследием ушли намного дальше нас. Если сравнивать, допустим, приближенное к уровню Украины и Одессы, это скорее Прибалтика. То есть тоже постсоветское пространство. Видно, что там сделаны дороги, и они сделаны лучше, чем у нас. Можно перенимать их опыт, постепенно адаптироваться и стремиться к европейскому уровню уже. Несомненно, вкладывать деньги в организацию фестивалей и интернет-проектов полезно. Но для горожан куда более необходимо ощущать комфорт и безопасность во время банального передвижения по городу. Французский бульвар превратился в проспект для автомобилей. Вслед за ним остальные привлекательные районы Одессы. Вероника Годяцкая, Григорий Евич, телеканал «Репортер».